Всем привет! Сегодня с вами играем в Lucky Jet. Начнем с 200 и 500. Здесь поставим коэффициент 1,6. Делаем ставки. Ждем наш раунд, смотрим. Не забываем, чтобы стоял автовывод, чтобы ставка ваша зафиксировалась. Есть выигрыш 320 и 800, плюс к депозиту. Добавляем аккуратненько по 100 и делаем наши ставки. Смотрим. Улетел и ждем наш раунд. Нам нужен 1,6, мне кажется, долетел. Выигрыш наш 960 и 480 при коэффициенте 1,6. Также добавляем аккуратненько по 100 и ставим еще раз. Коэффициент я обычно не меняю в процессе игры, то есть ставлю где-то средний от 1,5, но и ниже, чем 2. Ждем раунд наш. Улетел. В этом случае добавляем по 200 и делаем ставку. Смотрим, улетел. Пропускаем один ход, если два уже подряд было проигрыша, то даем один ход. Да, все верно, один ход, еще раз слился. Смотрим дальше. Этот также выждем. И на следующий мы, скорее всего, зайдем. Смотрим. Неплохо, неплохо получается. И да, все верно, на следующий мы зайдем в плюс 500. Я уверена, что это будет хорошая позиция. Делаем ставку. Ожидаем. И у нас нам нужен 1,6. 1,6 есть. 2,240 и 1,760 плюс к нашему счету. Также сейчас меняем, ставим 500 и ставим 1000, ставим, делаем ставку, немножко спустимся, немножко отбили и немножечко нужно притормозить. Ждем наш раунд. Ставка есть, автовывод стоит. 1,6 нам нужен. 1,6 есть, 800 и 1600. Здорово. Неплохо, мне нравится. Ждем. Думаю, вот сейчас нужно, наверное, пропустить один ход. Смотрим. По логике он сейчас должен быстро улететь, верно, и следующий ход мы также пропустим. Пока будем заходить с такими же позициями, смотрим. Улетел сразу же, еще один ход пропускаем. И либо, значит, следующий тоже пропускаем, потому что нам нужен один хороший ход. Один хороший ход, то есть один хороший коэффициент, чтобы выпал. Потому что временами идут сливы. Несколько раз подряд. И лучше бы такой момент переждать. Потому что он в любом случае случится. Ждем. Вот пошел хороший коэффициент. В следующую ставку мы можем с вами зайти. Ставим и смотрим. Но также есть риски. Здесь был хороший коэффициент.
и ждем наш раунд. Интересно, что из этого получится. 1,6 нам нужен, смотрим. 1,34, верно. На следующую докидываем до 500. До 500. И сейчас она точно должна быть хорошей. Угу, еще раз. Сливаем. И добавляем по 500. Сейчас, скорее всего, будет несколько положительных сделок подряд, поэтому мы продолжаем ставить с такой же суммой. При этом не меняя коэффициент. Ставки мы сделали, ждем наш раунд. 1,6 нам нужен. 1,6 есть, 3,200 и 2,400 плюс к нашему балансу. Смотря на ситуацию, можно поставить еще раз такую же сумму. Скорее всего, будет хороший рост. Посмотрим. И мы успели буквально 2400 и 3200 мы заработали. И это здорово. Тютелька в тютельку уложили. Здесь мы не сошли, молодцы. Он улетел, и сейчас мы переждем еще одну ситуацию, посмотрим, как он пойдет. Неплохо, неплохо. И вот, смотря по графику, поэтому, наверное, я все-таки схожу. Да, с такой же суммой. Возможно, скорее всего, он пойдет вверх. Если 2 на 2 смотреть. Да, да, наша ставка сыграла. 2400 и 3200 мы успели вытащить. Так, ставим, вернемся на маленькую сумму 300 и здесь поставим 500. Будем добавлять по 100. И заходим в следующую ставку. Смотрим, нам нужен коэффициент 1,6. 1,6 есть, выигрыш 800 и 480. Неплохо. Вот так примерно мы и разгоняем. Потихонечку, немножечко где-то отбиваем и восстанавливаем баланс. Главное не торопиться, можно маленькими суммами, с меньшими потерями. Все у вас получится.